Инспекторы ДПС за нарушение правил остановили такси. В ходе беседы с водителем полицейские обратили внимание на двух пассажиров, которые заметно нервничали. Молодой человек и девушка были с явными признаками наркотического опьянения. В ходе осмотра такси госавтоинспекторы обнаружили рюкзак, принадлежащий пассажирам. В нем находились несколько пакетов со светлым порошком. По заключению эксперта, это наркотик, производная N-метилэфедрона, общей массой более 1 килограмма. В отделе полиции 25-летний житель Темрюкского района и 31-летняя жительница соседнего государства не пояснили, зачем и куда перевозили запрещенное вещество. Возбуждено уголовное дело. Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Задержанные на 10 суток отправлены под административный арест. Ведется следствие.